Ютербок 2. 9 октября 2018 года. Мы проедем с вами на велосипеде по этой улице, захватив здание этой казармы в кадр. Вот это бывшая казарма. Стена славы. Очень ярко солнце появилось. Было пасмурно, в дымке было солнце, пока ехал. Некоторые фотографии делал, еще было не ярко. Мы на велосипеде, сейчас мы на него сядем и поедем. Поехали. Здание банка и гауптвахты. И вот это здание, здание казармы. Здесь с этого края было. Размещались штабы. В настоящее время это жилой дом для малосемейных граждан. Мы здесь бывали с вами до ремонта, реставрации и перед заселением, так можно сказать. У нас видео есть, видео, фото всех помещений этого здания. Это процесса ремонта. Заселен дом, квартиры заняты. Здесь некоторые службы размещаются социальные в этом здании. Вот так прямо здание казармы с часами. Между ними было здание столовой. Вот здесь. Здесь мы развернемся с вами сейчас. Вот тут было здание столовой. Не захватили. Я его не захватил. Разворачиваемся. У нас довольно много видео и фото по этому зданию. Казарма с часами, как называемая. Разворачиваемся. Развернулись. Да, вот здесь, где было в кадре солнечной батареи, размещались подразделения танкового батальона. Мы подъедем сейчас к КПП этого подразделения. Собачка встретила. Против солнца мы, наверное, не сможем сделать видео. Пытаемся стереть недолго. Попробую выехать на тротуар. Да. Вот тут справа и было. Размещался отдельный танковый батальон Мабута. Здесь прямо сразу было здание санчасти с орлом на углу. Следующее было здание казармы. И много там чего еще было. Сейчас там пусто. Вот здесь именно и было. Где яма, это было здание санчасти. Вот самбат размещался. С правой стороны будет дом немецко-советской дружбы, там в глубине этого парка. Это жилые дома. Они и были жилыми домами, так и остались. Только, конечно,
изменились внешне. Ну и внутренне, естественно. Вот дом немецко-советской дружбы. Гоняет нас автомобильчик, мы военной раскраски заметили. Вот дом, здание, которое ресторан, угол. Вот он в лесах, уже, видимо, будет его реставрировать, ремонтировать. Посмотрим, чем это все кончится. Улица пошла туда. Мост. Мы здесь с вами развернулись. И тут проедем туда, куда начинали. Это башня водонапорная, квадратная. Жилой дом с орлом. Вот здание, в котором размещалось отделение банка Министерства обороны, отделение банка и гауптвахты, почта, другие какие-то службы. Ну вот, здесь мы начинали, здесь мы и завершим наш видеоролик. 9 октября 2018 года. Время не к обеду, наверное, 12 уже. Стена славы, одна сторона здесь расчищена, другая еще нет. Ну, надеюсь, тоже будет реставрирована. Это памятник, сломан не будет. Все мы посмотрели, даже вон кошки ходят. Они тут живут. Вот здесь территория закрыта. Всегда я здесь мог зайти, не только я, все заходили, кому было не лень. Вот. Сейчас закрыто, ну, зайти можно при желании. Вот и все, будем завершать наш видеоролик. Прямо вот так, где грузовик проскочил. Немножечко проедем вперед, это там уже техпарк начинается. Техпарк боевой техники. И тут мы на перекрестке закончим наше видео. И так уже большое получилось. Вот здесь все снесено с левой стороны. Вот этот автомобиль странно стоит. Вот это КПП. Парк техники. Улица, на можно выйти на Нойслагер, Алтеслагер, прямо будет на танковую директрису. Ну, здесь, если прямо и налево, будет уже дом офицеров, дальше расположение автобата. Всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Время посмотрим. А уже побольше вот время. До свидания.